хотим предупредить сразу. Детективной истории не будет. А почетный милицейский эскорт, как говорится, по чину. В город Пензу прибыл великий русский художник Василий Иванович Суриков. Вернее, его полотно. У изобразительного искусства есть одна особенность. Оно требует непосредственной встречи, непосредственного контакта с художественным произведением. Изобразительное искусство нельзя постигнуть ни из какой репродукции, ни из какого воспроизведения. Это бледные сигналы о том, что может сказать картина. И для всех крупных музеев, таких крупных музеев, как Русский музей, Эрмитаж, директор Государственного русского музея в Ленинграде Лариса Ивановна Новожилова. Далеко не все могут прийти в наши залы, что далеко не все могут встретиться с шедеврами русского и советского искусства. Как сделать так, чтобы произошла непосредственная встреча с Суриковым, с Ивановым? Как сделать так, чтобы люди могли понять всю прелесть этих замечательных русских художников? Несколько лет назад на такой вопрос ответил писатель Даниил Гранин. В романе «Картина» он написал, что произошло в небольшом городке, где на всеобщее обозрение вывесили всего одну картину. Когда писатель пишет книгу, он думает, конечно, о том, как она понравится читателю, насколько она заинтересует. Хочется поднять какие-то вопросы. И для меня было совершенно неожиданно, после того, как вышел роман «Картина», узнать о том, что в Пензе, город, в котором я вообще не был никогда, взяли и использовали историю с созданием в городе Лыкове, где происходит действие романа, музея одной картины, взяли вот и использовали эту самую историю для того, чтобы в Пензе сделать такой музей. Это, повторяю, было неожиданно и странно, и радостно, потому что писатель не избалован никогда какими-то практическими результатами вещей, рассказанных в произведении. Но вот так получилось. Я даже поехал в Пензу, значит, посмотрел, как это там все делается. Вот он, этот музей. На одной из тихих улиц, рядом с памятником первопоселенцу Пензы, отреставрировали особняк 19 века. Здесь и поселился на время со своим полотном Василий Иванович Суриков. Суриков, о котором идет сегодня разговор, и картина эта, «Взятие снежного городка», она покидала стены Русского музея за 100 лет. Картина находится в музее уже более 100 лет. Она покидала только один раз. И как вот этот шедевр, живой организм, который старится, который может заболеть, который надо хранить вечно, как его отправить в дальний путь, как его передать в другие руки, как его передать в другой музей? Нас убедили пензенцы. Thank you.
вот вся наша система музеев и картинных галерей, она, может быть, не дает иногда того, что вот той интимного соседства с искусством, интимной дружбы, разговора с картиной, которая вот сейчас сделана и получилась в Пензе. Потому что, когда смотришь сотни картин, это все равно, что множество знакомых людей. А когда остаешься с картиной один на один, это, конечно, дружба, разговор. Это совершенно иной строй чувств возникает. Город буквально взорвался, когда была привезена вот эта картина Сурикова «Взятие снежного городка». Народ пошел. Буквально за первые полторы недели билеты были проданы на полтора месяца вперед. По нашим предположениям, каждая картина, которую мы планировали экспонировать в музее одной картины, должна была находиться в Пензе до двух месяцев. Такова была директор Пензенской картинной галереи Валерий Петрович Сазонов. Даже чуть больше, и наплыв настолько велик, что сейчас желающие еще не все посмотрели вот эту картину. Впечатление первых посетителей. Это просто потрясающе, потрясающе, не только феноменально, а потрясающе. И в этом музее я увидела картину Сурикова совершенно по-новому, совершенно... Так как, ну, я не знаю, я ее не видела, много раз мне приходилось видеть, но так как я ее видела здесь, в общем-то, не предполагала, что смогу увидеть. Но вот наступает момент расставания с полотном Сурикова. Он был бы грустным, если бы на этом все закончилось. Но это только начало. И теперь долгие годы жизнь музея одной картины будет состоять из встреч и расставаний. Расставаний и встреч. Еще одно интервью с гостем Пензы, писателем Анатолием Сафроновым. Музей одной картины, Пензенский музей, который пока является единственным в мире, мне кажется, это просто очень плодотворная, творческая мысль, которая... Ну, я так думаю, разойдется по миру, но начало его будет всегда в Пензе, в этом славном русском городе Пензе. Не будем загадывать, как это сложится где-то. В Пензе это уже есть. Есть музей одной картины, где уже происходят и будут происходить новые встречи зрителей с самыми знаменитыми шедеврами отечественной и мировой живописи.